Весна, конец апреля, начало мая, цветение вербы. Пчелы несут активно с вербы пыльцу. И сейчас на пасеке, в общем, у нас происходят весенние работы. Пчелы активно заготавливают цветочную пыльцу. Ну а мы тем временем смотрим кормовые запасы. В этот период мы подставляем рамочки медовые. Если где-то мед закристаллизовался, мы его вскрываем и подставляем в гнездо, либо ставим за заставную доску. Пчелы сами уже по мере надобности выбирают этот мед. Лишние рамочки за заставной у нас находятся. По мере роста мы, конечно, мы их уже подставляем. Просматриваем гнездо, как работает матка. Хотя можно этого и не делать, но мы оцениваем расплод, как матка сеет, какая матка, старая, не старая. Ну, расплод, в принципе, на весну неплохой. Хорошие рамочки такие. Расплода, часть уже расплода вышла. Вышла молодая пчела, ее видно, что здесь вот пустые ячейки. И в это место уже складывается и пыльца, и матка снова заходит и откладывает яйца. Вот и маточка гуляет у нас. Крупная. Сейчас яйцекладка у нее неплохая. Объемы расплода неплохие в этой семье. И, в общем, такие рамочки, как правило, называют матка-сеет от бруска до бруска. Но тут видно уже расплод, много расплода вышло. Ну, а объем видно. Почти по всей рамочке был расплод. Тоже неплохая рамочка, имеется неплохой расплод. Трутневый расплод появился. С появлением трутневого расплода можно делать, уже начинать закладки, выводить маток. Здесь у нас ящик, из которого мы берем принесенные с сотохранилища медовые рамочки. Если в каких семьях маловато кормовых рамок, мы им подставляем. Ну а так, всем друзья, пока и до новых встреч!